Надежды о том, что депутаты будут хорошо работать, отстаивать интересы тех, кто их выбирает, надежды на реальную помощь, а не на пустые обещания, живут брещане. Большинство респондентов открыто выражают свое мнение, определяя позицию неучастия в выборах как неправильную. На выборы идут. Скептик ухмыльнется, а оптимист поверит. А вы идете на выборы? Конечно. Почему? Почему? Ну, надо поддержать нашего правительства. Ну, в принципе, я довольна, что у нас спокойствие в городе, что такую красоту сделали. Ну, пусть это все продолжается. Я пойду и сделаю, как обычно, свой выбор. Также пойдут все мои родственники. У нас это принято, это праздник со времен Советского Союза. Я не пропускаю ни одних выборов. Да, идем, надо. Каждый человек должен проголосовать за там какую-то выбранную кандидатуру для того, чтобы решались какие-то вопросы у нас в стране. Я считаю, что это долг каждого гражданина Белоруссии, потому что мы на выборщиков возлагаем большие надежды на перемены в нашей жизни. Обязательно пойдем на выборы. Мы определились с кандидатом. Ожидаем перемен, причем глобальных. Что значит выборы для каждого человека в государстве? Не знаю, наведение порядка в стране, может быть. То есть выбираешь человека, которого знаешь, доверяешь. Да. Но это будущее завтрашнего нашего. Наших детей. Мне кажется, это возможность выразить свое желание, да, то есть мы кому-то доверяем и выражаем свое доверие, выбирая этого человека. Я считаю, что это гражданский долг каждого гражданина, проживающего в Беларуси. Мы же за Беларусь голосуем, за свое будущее, за будущее детей. Внуков. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это слова европейского философа и дипломата 18 века Жозефа де Местра. Об этом говорил еще и Сократ. И как верно звучат они в наши дни. Принять участие в выборах – это гражданский долг каждого из нас. Позиция «моя хата с краю» – позиция недальновидного человека, но есть и такие. Для меня эти выборы ничего не означают. Нет, на выборы не пойду, потому что... Я не знаю, решает ли что-нибудь мой голос. За кого голосовать, каждый решает сам. Но сделать свой выбор, придя на участок для голосования, нужно каждому из нас. Ведь именно мы с вами решаем, опустив в урну бюллетень с именем того или иного кандидата, кто будет отстаивать наши интересы, наши права.